Да. Вера нельзя. А то смотри, в суд подаст. В Америке мы подали. Легко. А, вот еще. Это еще? А, это пленочный, да? Пленочный, да, это пленочный. То есть, если бы мы привезли там 2-3 килограмма сырья, мы бы смогли посмотреть за одной частоту этого материала уже на пленке. Ну, ну, где-то в районе 30-40 микрон. Если будем что-нибудь думать, ну, вообще. На самом деле, вот такая штука очень полезная. Вот, и... В принципе, мы сейчас нашли место, мы сами добирать достаточно, ну, дешевле значительно, чем мы сами для себя покупали. Когда еще не возили Китай никакой, ничего, да? За минуту. И вот там, первый раз завезли. Сейчас он отрежет страйку. Снимать можно? Фотографируйте, да, он же на сайте, по-моему, есть. А. Да, то есть. Сколько там нужно стоит? Я не знаю, это вот больше. Я по ценам там сырья. Что для собственного производства мы отправляли, что не для собственного под продажу. Это упало до 3-4%. После лаборатории, да? Да, то есть ну, снизили настолько риск ошибки. И вот, отгружаем сырье, а по сути не знаем, как оно себя поведет. Да, там. Здесь прогнали, мы понимаем его частоту, понимаем, куда оно может примениться. И уже за счет этого, соответственно, более прицельные выстрелы получаются. Я вот вижу, если я вижу, что у меня их уже вот 8 вышло и все одинаковые, то значит он правильно, ну как бы правильно работает. Ну да, она висит. А вот. Если бы они у меня были разные, там один там спрыгало. Два, другой один, там бы спрыгало, то висит. Значит что-то в пластометре дело. А так вот, ну вы видите, они все одинаковые. Вот они выходят. Не, у нас просто по-другому немножко мерится. Это, у них одна. Может быть, я там, полипропилен 0,9. Ну, все я это знаю, я понимаю. Но есть ГОСТ, режим и определенную нагрузку. Все. То есть. В этом всем уже учтена и плотность там, и все прочее. Ну, я не знаю. Вот гости, вам, гости, надо, вам надо будет 10 вот этих вот штучечек взвесить и ввести сюда значение, чтобы он вам выдал чек. Да. А там, заведя, введя плотность, не надо никаких 10 штук вешивать, сразу же он выдает чек просто. А, я понял. Вот этим они разнятся. Все, все, я понял. Да. Теперь я понял, да. Смотрите, опять же, вводить плотность. А вы, ну, мы знаем, да, что по науке у КВД плотность там 0,92. А есть РЭК, вот я, мои данные, да, и принт. Вот я не вижу. Так и сколько получилось? 0,8.